Режиссеру и сценаристу Павлу Лунгину посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил знаки офицера Ордена Почетного Легиона как великому художнику и гуманисту. Жан де Глиниасти отметил, что фильмы Лунгина имеют большой международный успех и добавил, что талант режиссера перебросил мост между Россией и Францией. «Хочу поблагодарить Францию за любовь и поддержку, которую она всегда мне оказывала. Хочу поблагодарить Россию, потому что я всего лишь проводник того, что кипит и бурлит в ней», сказал Лунгин, добавив, что между Россией и Францией всегда существовала любовь. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».